Привет, друзья. Ну что, конец сезона, снег, мороз. В общем-то, я на реке проплавал часа два, поймал 6 щучек небольших. Но тем не менее, кольца мерзнут, катушка мерзнет, в общем-то, некомфортно. Наверное, пришло время подводить итоги. Этим обзором я начинаю серию видео, где я буду рассказывать про самые увесистые снасти, про воблеры, спиннинги, катушки. В этом году у меня их было много, ну, в общем-то, делюсь. Ну, а сегодня расскажу про подсачек. Это подсачек от компании Salma. В общем-то, такой вот небольшой. Размер у него 70 на 40 на 35. Выполнен из алюминия. Такая вот короткая рукоять. Обрезиненная, имеется гибкий шнур. Полиэстровая сетка. Ну и сам по себе он очень легкий. И имеется здесь такая вот скоба для того, чтобы цеплять за пояс, там, за рюкзак. В общем-то, это подсачек для рыбалки в забродку. Ну, я ему ловил с лодкой, проловил весь сезон. Порядка 50 щук, жереха на 4 плюс килограмм. Потом много головлей, красноперок. В общем, очень понравился. Дважды падал в воду. Он не тонет, какое-то время находится на поверхности. Очень много ловил 130-ми, 140-ми. Тройники цепляются, немного закручиваются, но выпутывать очень легко. И смотрите, ни одного обрыва, то есть вот не запушилось, не порвалось. Очень крепкая нитка, в общем, очень понравился. Заказать его можно на сайте F-магазин по ссылке ниже данного видео. Но я с вами прощаюсь, немножечко поклевок и вываживания. Палец вверх, подписываемся, всем пока! Зацепился за траву. Друзья, кто верит, ждет, тот обязательно когда-нибудь дождется. Вот такой корсар. Друзья, вот это удар, вот это я не снял. Там крокодил. Господи, ну помоги. Это жерех. Это жерех. Машина килограмма 4, наверное. Это пипец. Первый раз на этом месте я что-то взял. Друзья, как же я жалею, что выключена камера. То есть она была включена. Я решил, что сейчас последний раз проведу и попробую на красноперку. Там я взял кузнечиков. Ну и в общем, тащу такой удар. Ультра в дугу. Друзья, первого выследил. Со второго раза. Вот такой сегодня. Такой закивошка. Приятный мальчик. Ну вот он, друзья, второй, тут же, на этом же месте. Конечно, ультра легко вытаскивать, а вот троут мани прям серьезный боец.
Ох ты. Это щука. А там флюр. Там флюр тонкий. Это мне повезло. Тут хорошее. Ну, друзья, такая полторашка. Всего на квач с тонюсеньким флюриком. Вот это повезло, мой любимый квач. Как бы был я расстроен, если бы упустил. Но нет. Вот она. Взяла аккуратно. Я думал, вовлю крупный. Потом вижу, не. Ну, такой начал рыбалки. Одного соблазнил. Понимаю, окуни. Смотрите, друзья. Я примерно представлял, что будет. Но поздно. Достал. Хороший кабан. Траву жнет. Ой, подводка. О, друзья, с почином. В общем, друзья, специально плыл к этим перекатам. Вот он первый. И вот он первый главлик. Хороший главлик. Опять проглотил квач. Это вот плохо. Освобождать их потом тяжело. Ну, такой вот красавец. Ну, сейчас попробую аккуратненько достать. Какой настырный. Прям хватал, 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 хватал. Такой, друзья, жадина говядина. Прям столько раз ударил. Веду.